Чужих детей не бывает. Для 20 мальчишек и девчонок из Донецкой Народной Республики представители партии «Единая Россия» организовали праздник в Доме мороженого. Первыми гостей встречают веселые медведи. Прежде чем пригласить в Дом мороженого, они стараются повысить градус настроения у юных гостей. Детство должно всегда оставаться в памяти добрым и беззаботным. Мы должны, конечно, приложить все усилия для того, чтобы дети ДНР забыли тот ужас, в котором они жили, забыли эти бомбежки, обстрелы, и должны предоставить им любовь свою, ласку и всяческую поддержку, и чтобы у них все было хорошо. Взрослые сделают все, чтобы детям вернуть самую счастливую и радостную пору жизни. Вернуть на их лица улыбки и смех, чтобы юные переселенцы из Донбасса узнали, что лето начинается с детского праздника. Что такое День защиты детей? Это, конечно, в этот день мы стараемся как больше уделить внимание деткам. И, конечно, деткам, ну вот вы у нас гости, может, не гости, кто-то останется и будет здесь жить. У нас очень красивый город, у нас хорошие образовательные учреждения, детские сады хорошие. Вы гуляли уже в наших парках? Да? Понравилось? Да. Для детей провели экскурсию по уникальному музею, расширили познания в истории кукольного дела. Львица мы там вели, лев, медведь Шаляпин. А потом гостей усадили за сладкий стол. Угощения, конечно же, были самые любимые детьми – пирожные с мороженым. Но праздник не праздник без подарков. Иди сюда, и вон сюда вставай, а то матрешки не хватит тебе. Это русская кукла, такая... Девочкам подарили знаменитые на весь мир русские матрешки, а для мальчиков были другие подарки. Вот как раз тебе для похода пригодится термос. Хороший. Спасибо большое. Хочется подарить не только подарок, а хочется подарить часточку своего сердца, доброты, любви. Хочется обнять и сказать, что мы все вместе, и мы вас любим. У организаторов праздника это получилось. Подтверждение тому – детский смех и улыбки на лицах ребят.